Всем приветики, мои дорогие, с вами Руслан, и вы на канале Рулик 69. Ребят, зашел и офигел, зашел на сайт, и тут такое, я просто в шоке. Ну, не мог я пройти мимо этого мода. Настолько это все вот необычно и прикольно. Mad Max в Euro Truck Simulator 2. Ребята, офигеть. Ну, что сказать? Молодцы, молодцы, мододелы. По приколу, ребятки, все бомбезно. За основу взят грузовик Scania 111S, 3 типа кабины, 4 трансмиссии, большой выбор двигателей, да, плюс свой прицеп. Прицепушка, вот, ребятки, вот это. Довольно-таки прикольно это все дело смотрится. Ну, самое интересное, что оно еще и едет, и все функционально работает. Но вес, скажу вам, не слабый, 543 мегабайта. Ну, такое дело, кто отважится качать, нажимаем вот «скачать». И поехали, я сейчас покажу уже, как это все дело выглядит в архиве. Как всегда, ребятки, переходим туда, где у вас скачан этот модик. Вот у меня этот архивчик. Открываем архив. Так, и смотрим. В архиве вот сам мод для ETS2 и American Truck. Вот это только для Америки прицепчик. А вот этот прицепчик для нашей Euro Truck Simulator 2. Вот, кто надумается качать, вот, качаем первый файл. Нажимаем на него и извлечь в указанную папку. Документы, Евротрак, папочка мод. Нажимаем ОК. Я думаю, понятно. И также качаем вот этот прицеп. Все тоже. Извлечь в указанную папку. Документы, Евротрак, симулятор 2, папочка мод. ОК. Ребятки, ну еще скажу сразу, что у меня на 8 оперативы. Неплохая у меня видяха стоит, неплохой процессор, но мод чуть-чуть подглючивает. Подглючивает именно в покупках. Ну, сейчас все по порядочку. Так, поехали, мои дорогие, в игрушку. Да будем хихикать, да хахакать. Версия игры, ребятки, 1.44.0S. Идем в модики. И вот так вот это все дело выглядит в менеджере модификации. Ну вот, перекидываем в активные. Я поставил вниз вот сам прицепчик. И вот у нас вот эта скамейка. Переработанная, так сказать. Вот, применяем. И вперед в игрушку. Вот, ребятки, идем в покупочку грузовика. И вот дилеры брендов из модификаций. И вот так выглядит вот этот наш модик. А вот оригинал типа Scania. Ну вот, нажимаем изменить конфигурацию. Ну вот как-то вот так. Естественно, тут поиграетесь по... Ну здесь что меняется? По кабинке. Меняется вот только лишь цвет. Ну и здесь вот оригинал. Все. Вот как-то вот таким макаром, ребятки. Так, идем дальше. Естественно, шасси у нас в одном экземпляре 6х4. По двигателям, ребятки, тут выбор 360. И пошел до 730. Евро 5 V8. Ну вот, его-то мы и будем слушать. Так, по трансмиссиям, как уже писалось там, 16, 12, 18 и 18. Ну, тут будете, ребятки, уже под себя смотреть, что кому да как. Так, по интерьерчику, ребят. Ну, это вот выглядит вот так, но в игре руль совсем... Ну, покажу сейчас по ходу.
Вот такой у нас интерьерчик. Ну, ребятки, ну как... Как для такого модика, ну, такое. Я так понял, что мод делался просто тупо поприкалываться. Ну, ему это удалось. Покраска, естественно. Вот у нас и остается. Так, что у нас дальше? По аксессуарам, ребят, тут ничего такого. Нету особо. Вот какая-то тут комета у нас. Что она там? Я так и не понял. Что за комета? Что она тут добавила? Хрен его знает. Ну вот пассажиры. У нас тут можно вот таким вариантом добавить. Там будут у нас вон сидеть ребятки простые. Ага. И вот, а не, вот простые сидят. Нашего Сисла. А там уже типа как с фильма «Безумный Макс» сидят. Ну посмотрим их потом в салончике. Уже рассмотрим. Основные зеркала, естественно, нифига ничего не меняется. И здесь вот это я тоже нифига не понял. Это я так понял, наверное, вот эти... Просто как дым какой-то меняет или что. Хрен его знает. Ну, вот как-то вот так. Ну и здесь передние шины стандарт. Идут и диски. Вот в двух экземплярах. Вот такой диск и притемненный. Все, ребятки, больше абсолютно тут такого ничего. Тут уже эта комета есть. И вот задний бампер. Можно вот такой вариант. Вот так. Вот так. Ну, Mad Max. Вот, ребятки, вот как-то вот таким макаром. Да, ну вот у меня лично, я уже говорил, что чуть-чуть вот он как-то вот... Вот здесь, именно в гараже, он как-то чуть-чуть подвисает. Так, идем в аксессуарчики. Вот, в аксессуары заходим. Тут он не виснет. А там вот чувствуется вот здесь, что идет просадочка FPS. И такая конкретная просадочка. Так, что здесь у нас в аксессуарчике? Вот у нас руль. Опа! Вы посмотрите, какой руль. Это ж надо было... Мододелу так заморочиться. Офигеть. Ну это насколько надо любить вот, вот это все дело. Чтобы вот так это все зафигачить. Ну. Молодец, красавец. Насмешил в принципе все сообщество. Любители Евротрак. Молодца, класс. Так, на консоли. Ну вот здесь. Что-то можно положить. Или нельзя. Ну вот что-то становится, что-то не становится. Но я думаю, это не столь важно для этого модика. Так, здесь также можно вот кого-нибудь присадить сюда. Ну а здесь уже вот видите, вот сидят эти наши такие два корифана. Ну похожи, ребят, похожи, класс, реалистик. Ай-яй-яй, прикольно, прикольно. Ну вот, мои дорогие, вот такая у нас... Такая у нас супер тачка. Поехали уже в игрушку. И посмотрим, что там да как. Пощупаем, подергаем, посмыкаем. Там есть за что подергать. Поехали. Да, ребятки, вот еще прицеп, покупка прицепа, забыл чуть-чуть, а за прицеп. Прицеп продается вот в стандарте, стандартные прицепы, листаете, и вот он, вот этот прицепчик. Вот, вот так он выглядит, ну, ребятки, довольно-таки реалистичный. Прикольно, белье сушится, или что там, флаги. Офигеть, да. Таких приколов еще не было. Так, что тут у нас есть? Хром, шмом, она ничего не красится. Ну, тут, правда, вот меняется. Пропадают сразу наши вон ребятишки. О, вот они назад появились. Покраски, естественно, вот она в таком цвете. Ну, можете там побаловаться, но оно нифига все равно ничего не красится. Так, и здесь что у нас?
Chrome тоже ничего нету. С ящиками, кому интересно, там вот ящики есть, да. Можете там побаловаться. Габаритные огни. О. Что тут еще? Ну, это фигня, она не ставится. Колеса стандарт. Колеса стандарт, диски стандарт. Ну, в принципе, мог бы уже заморочиться и сделать под трак диски. Тоже было бы неплохо. Так, ну тут вот такое все. Тут вот можно поменять, а вот этот вообще он... Красава. И что тут у нас? Как-то так, не в попад задний брызговик. Ну такое. Вот, ребятки, вот такой прицепчик. Поехали дальше. Вот, мои дорогие, начинаете хихикать. Вот так это все дело выглядит в игре, ребятки. Вот так это все... Офигеть. Вон, братва у нас на позициях. Все как положено. Ну, ребятки, прикольно. Прикольно, прикольно. Самое интересное, что он грузится. Все нормально. Я вон взял груз и фигачу. Ну, потом проедемся, чуть посмотрим. Вон у нас черепа тут какие. Вы видите, что тут делается. Ну, ребятки, заслуживает, конечно, уважения такая работа мододела. Молодец, не поленился, да и нас развеселил. Так, ребятки, заводим его. Хорошая работа. Ну, как запускается? Это на 730 лошадок самый последний двигатель стоит. Ну, солидно. Солидно, ребятки, бомба. Дым валит как положено, все отлично. Так, теперь, ребятки, самое интересное, что у нас тут таких интересностей есть. Так, вот открытие окна, да? Открываем там левое окно, нажимаем. У нас вон, вы видите, что делается? Бабах, все поднялось. Открылось у нас вот переднее. Салончика оно хорошо будет видеть. Вот видите, передняя у нас открылась лобовушка. А если закрываем, вот все оно дело опускается и окна закрываются. Вот даже не поленился анимашку сделать. Ребят, представляете? Смотрите, все оно открывается и эта фигня. Бам-бам. Прикольно, прикольно. Большой плюсяра. Вон, смотрите как. Вы можете даже вот эту фигню опустить там по чуть-чуть. Вот так можете там. Опа, вот так можете себе ее оставить. Можете полностью ее опустить. Вот так. Или же там... Оп. Ну, поиграйтесь. Тут можно вот поиграться. Во, вот так ее сделал. Ну, прикольненько, ребят. Прикольно. Что тут еще прикольного? Так, правая клавиша открытия окон у нас открывает вот все двери. Плюс еще капот, ребят. Ну, прикольно. Это ж так заморочился. Красавчик. Бомба, вы посмотрите. Офигеть. Да. Я просто в шоке. Молодец. Молодец. Насмешил, рассмешил. Кучу позитива поддал нам, ребятки. Ну, разве это не прикольно? Бомбезно. Закрываем это все. Опа. Все работает, все отлично. Так, поехали. У нас сигналы интересные. Ну, это у нас как тепловозный гудок. Ну, прикольно. Офигеть. А там еще какой-то разговор идет. Я так и не понял, что там. Так, что тут еще такого интересненького, ребятки?
Давайте пробежимся по салончику. Ребят, что у нас здесь есть? Вот есть у нас бортовичок. Вот, есть у нас бортовичок, и он работает, ребятки. Вот. Представляете? Бомба. Офигеть. Что у нас тут дальше? Так. Вот, у нас даже работают повороты, ребят. Анимирована ручечка поворотов. Анимирован у нас ручник. Ну, офигеть, ну молодец. Красавчик. Так, что у нас тут еще? Свет у нас. Клавиша, он там где-то клацает. Или ничего не клацает? Не, ничего не клацает оно. Ну, такое дело. Итак, не, он клавиша у нас есть. Да, он совается, клацает, все нормально. Приборочка, ребятки, более-менее такая. Так. Кнопочка этой не анимирована, но это и не столь важно. Самое главное, что у нас вот анимировано. Вот, включаем передачу. У нас голова бегает. Вон, задняя. Нейтралочка. Ребятки, ну это разве не прелесть? Это жесть, ребята. Солидняк. Красавчик. Так, тут мы такое посмотрели. Сейчас мы быстренько сделаем ночку. Так. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, самое интересное у нас ночью, ребят. Да ладно, успеем мы ваш заказ отвезти. Вот смотрите, прикольно как. Ручка светится, да? Нормальным ходом. Опа, подсветочка. Ближний свет, дальний свет. Так, сейчас я проверю. Я поставил допы. А, все включено, да. О, у нас, вы видите как? Светится ручечка. Ха-ха-ха. Поворотики у нас показывают. Все показывает. Вон, дальний свет есть. Ребятки, есть даже вот подсветочка в салон. Вы представляете? Офигеть. Есть даже подсветка. Ну, красавчик. Отлично. Как оно отсюда смотрится? Ну, все. Шикарненько. А ну, смотрим. О, все играет, все поет. Ребят, ну... Ха-ха-ха-ха. Класс. Так, смотрим. Стопы. Есть. Ух, как... Задний ход есть. На прицепушке также есть. Отлично. Ну что еще надо, ребят? Бомбезно. Все работает. Так, оно аварийка. Да все вообще. Ну, ребят, почти идеальный мод. Ха-ха-ха. Охереть. Да. Что тут еще такое интересное? Ну, вроде бы про все интересное вам рассказал. Так, делаем назад тень. Так, ты чё там балуешься? Опа, делаем там себе 9.00. Вот, мои дорогие, вот такой прикольненький модик, ребятки. Ну, для ха-ха... И всего остального, да просто тупо так скачать, покататься. Я думаю, нормальный, шикарный ход. Так, поехали. Вот сейчас мы его... О, как она? Видали? Шух. О! О. Бомбезно идет. Ледняк. Похихикайте, ребятки, покатаетесь, побалдеете. Да. Офигеть. Еще такого в ETS не было. В
Прикольно. Охерительно. Я то ха-ха наловился до ладу. Но самое главное, что полный функционал, ребятки. И едет, и все отлично. Все работает, все поет. Я еще вот эту реалистичную физику самую простую поставил. Вы посмотрите, что выдает. Прикольненько. Да. И вот грузик. И груз везу. Прицепился, все в заказах, все как положено. А ну. Да, вот чтоб не быть голословным, вот я везу оливковое масло. Нормальным ходом, ребят. Ну, правда, я уже пропукал это все дело. Но ничего. Ребятки, ну, как вы считаете? Пишите в комментах. Интересненько вам на таком модике полетать. Ну, ради прикола, почему бы и нет. Покатался, поприкалывался, да и удалил. Идет он неплохо. Единственное, что я говорил, вот это мне немножко засада не понравилась при покупке в салоне. Ну, в автосалоне он чуть-чуть так подглючивал. Может, у кого посильнее компы, то будет норм. А так, ребят, солидно. Я в шоке. Я тупо в шоке. Вот, мои дорогие. Вот такой у нас необычный. Необычный модик. Тихо, тихо, тихо. Необычный модик, ребятки, для нашей Евротрак Симулятор 2. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Решили мододелы подарить нам возможность покататься вот на таком необычном экземплярчике. Большое им спасибо. Будем кататься и наслаждаться. Всех благ, ребятки. Будьте мне здоровы и до новых обзорчиков. Всем пока-пока, мои дорогие. И хихикайте. И наслаждайтесь нашей игрушкой.